Так, все-таки добрался я до своего инвертора. Вот, собрал такую вот панельку. Что здесь я сделал, расскажу вкратце. Выглядит это вот как-то так. Вон она. Видно, видно. Вот. Значит, в чем суть? Инвертор клеммами, соответственно, подключается к аккумулятору. Здесь еще будут удлинители клеммные, потому что его аккумулятор близко к инвертору. Нежелательно держать разъезд тупо внутри, элементы все. Значит, подключается к аккумулятору. Так. Подключается к аккумулятору. В режиме инвертора можно просто включать напрямую, то есть аккумулятор инвертирует из 12 в 220 инвертор. Пошла вот такая вот у меня цепочка. В чем суть? Здесь вот выход инвертора 220. Вот он. Я сюда вставил вилочку. Вот. Вилочку. Вилка пошла. Там с края идет провод. Заходит на ваттметр. Вот этот ваттметр стоит на выходе. На выходе инвертора. Стоит на выходе инвертора. У него встроенная память. То есть даже если инвертор выключен, он все равно запоминает старые данные. Вот как бы в чем его плюс. Потом, значит, с ваттметра идет на дифференциальный автомат. Левая часть на 16 ампер рассчитана. Конечно, она работать не будет все равно. Вот. Но меня интересует правая часть дифавтомата. Здесь очень важно соблюдать вход и выход фаза и ноль. У меня фаза и ноль везде помечено. Значит, тут вот у меня нолик, там фаза. Выход. Здесь это важно. В дифавтоматах. Вот. Идет потом розеточка у меня. Для чего поставил дифавтомат? Ну, первое, это все-таки безопасность. У меня это будет стоять в беседке вообще все. Спрятано от дождя. Но, блин, близко земля, особенно после дождя там, или, честно говоря, не рисковал бы я, ребята, вообще у вас ставить без дифавтомата. Все-таки защита первым делом. Поставил дифавтомат. Вот. Ну и здесь поставил двойник, то есть уже увеличил количество розеток. Удобней как бы подключаться. Вот это желтый провод, у меня идет масса, она же идет на корпус инвертора. Там есть винтик, который прикручен к корпусу. Она же как бы есть вот третий контакт в наших розетках, вот этот вот латунный. Значит, прибомбил вот такую ручку для переноски. Здесь у меня два отверстия. То есть пока такой переносной вариант, настроечный. Вешаю в беседке, настраиваю, что-то переделываю. То есть я его, грубо говоря, снял, поставил. Что я наворотил вот здесь? Что вот это за химия? Значит, что здесь за химия? Это у меня вход из сети 220, то бишь. В чем фишка как бы конкретно этого инвертора? Как я могу подключить тупо вот эту вилку в розетку, и как только сядет мой аккумулятор, инвертор автоматически переключается на сеть и уже работает от сети. То есть просто как бы как экономия. Экономит энергию, но при перенагрузке, например, рассчитан он там, например, пиково 1,6 киловатта. Пиково 3 кВт рассчитан, но постоянно 1,6 кВт. Если я не включу чайник 2-киловаттный, он там через секунд 5-6 сработает защита, он автоматически переключится на сеть. Переключился на сеть, значит, вскипел ваш чайник от сети, просто 220, предположим. Вскипел, он обнаруживает, что питания аккумулятора достаточно, переключается назад, и все остальные приборы у вас опять питаются, грубо говоря, от инвертора. Значит, что я тут сделал?
Значит, на вход из сети я вот так вот реализовал. Поставил я другой ваттметр. Ну, такой вот, грубо говоря, бытовой. Бытовой. То бишь, у меня есть ваттметр на выходе, ваттметр на входе. И в тот момент, когда у меня переключается на сеть, так, например, здесь у меня получится на входе, например, из сети забрал я киловатт, предположим, ну так, грубо говоря. А на этом ваттметре у меня будет там 4 киловатта. То бишь 4 киловатта минус киловатт у нас 3 киловатта своей собственной энергии, напасенной солнечных элементов. Ну то бишь, ну я так реализовал. Значит, чего здесь не хватает? Не хватает здесь следующего. То есть это у меня вот так вот все разбирается. Реализовал это я вот так вот все разборно. То есть, в принципе, все. Могу отщелкнуть здесь, снять инвертор. То есть удобно. Вот. Чего здесь еще нету? Значит, значит, вот у нас получается вход из сети. Я его вставляю в эту розетку. Да? Вот она. Вставляю в розетку. А в розетку у меня еще будет, я еще не сделал. Тупо идет, значит, кабель. Да, вот к этой розеточке. И кабель идет к сети 220. Ну, то бишь, грубо говоря, в моем случае из беседки этот кабель идет просто домой в обычную розетку всунут. Ну и на конце, конечно, этого провода вилочка, которая втыкается в розеточку. Ну как бы я вот так реализовал. В принципе, реализацией доволен. Вот. В действии буду потом все это показывать. В общем, получился у меня вот такой вот планшетик. Что еще добавить, что еще добавить? Саму систему зарядки аккумулятора я делаю на отдельной панельке, на маленькой. У меня там есть нюансы, которые я еще пока рассказать не могу, но расскажу позже. В общем, у меня идея такая. Сейчас я его просто покручу, поверчу, так сказать, для запоминания. Вот, кстати, масса. Вот, заземление. Точнее, правильно будет сказать, которое вот я подвел к розеточке. Вот у меня фаза 0 подписана на инверторе. Ну, вот как-то вот так он выглядит. Единственное, что в этом всем еще есть нюансы. Вот здесь вот винты открытые, фазы. Особенно опасны фазные. То есть я это как-то все буду закрывать и на входе, и на выходе. Хотел коробку эту стандартную для автоматов. Но он, зараза, диф-автомат, он шире чуть-чуть. И он, скорее всего, не влезет. Я даже и не пытался. Вот. Ну, дальше будет еще что-нибудь. В общем, ставим лайки, не забываем. Запускаем вместе.